Но змея из Ленинск-Кузнецкого попала в книгу рекордов России. Парагвайская анаконда по кличке Василий Федорович признана самой старой в нашей стране. Такие присмыкающиеся обычно живут максимум 15 лет. Змея с Кузбасса в сентябре исполнилось 23. У Василия Федоровича в аквариуме условия близкие к естественным. Нужна температура, влажность, правильное питание. Весит змея около 35 килограммов и достигает 2,5 метров в длину. Довольно странная кличка для змеи появилась случайно. Анаконду возили в обычную больницу на анализы, где пациенту сделали карточку, как у людей, выбрав первое попавшееся имя в списке больных.